20 минут о красивой жизни, приятных людях и позитивных явлениях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Вау, то, что я вижу здесь, это потрясающе, это очень необычно. Я могу только восхищаться уже с того, что как мы вошли, какая встреча и какая организация, но Лена в этом вся. Поэтому мы приехали с удовольствием ее поздравить с этим юбилеем. Подобного рода мероприятия в нашем городе практически никогда не проходят, настолько яркие, настолько красочные. Вот она как начала работать 25 лет назад, вот она работает лучше, лучше и лучше. Это редко. Она держит такой столичный уровень, европейский уровень. И соответствует, я считаю, таким мировым стандартам. Травмы ей нет. Я желаю ей процветания дальнейшего. У нее очень много учеников, у нее очень много последователей. И она стабильно работает в течение всех этих многих лет. Наша дружба с Еленой Ивановой длится очень-очень много лет.
Это моя самая лучшая, самая верная подруга. Ну, кроме того, что это подруга, это, вы знаете, это женщина совершенства, это женщина-идеал. Она такой несет творческий потенциал, такую красоту в город. И благодаря ей, ее студии, мастерам, мы каждый день купаемся в роскоши и красоте. Я не буду вспоминать, сколько лет и сколько времени мы уже дружим, но это вечность. Вспоминаю, что мой мастер-класс здесь, в Челябинске, был на ура. Вот, я остался ужасно доволен. Во многом благодаря только ей. Я с ними знакома уже 15 лет. Просто благодарность великая. Меня приучили к красоте, что-то поменяли во мне, то есть изменилось полностью где-то что-то. Мы познакомились, ну уж точно больше 15 лет тому назад. Познакомились здесь, в Челябинске. Я ездил в большой тур с многократной чемпионкой мира и Европы Ольгой Бурмистровой. Она и, ко всему прочему, была партнером и остается хорошим другом. Вот, и Венером Анваровым. И вот, соответственно, в рамках этого турне я приехал сюда, в Челябинск. И много лет назад мы познакомились. Вообще нужно сказать, что из фэшн-индустрии имидж студии и сама Елена – это такая визитная карточка Челябинска. Не только для страны, но и, наверное, в мире. Потому что, учитывая ее, так скажем, бизнес-связи, какие-то интересы, ее знают, конечно, многие люди из этой индустрии. Представлены именно в имидж-студии. Как говорится, шик, блеск, красота. Это ода красоте в деталях. Я старалась здесь за кулисами для того, чтобы они почувствовали то, что бы я хотела, чтобы они почувствовали.
Я хочу ей пожелать только самое главное, чтобы не терялась эта ее жилка, которая у нее есть. Новых успехов, удач, интересных, необычных, неординарных, всего того, что она сама себе желает, а мы ей в этом поможем. Успехов, любви, и она просто молодец. Я ей восхищаюсь, горжусь. Желать чего-то она всегда сама ставит себе очень большие перспективные цели и никогда не остановится на достигнутом. Чтобы много работали, много клиентов было. Желаем, чтобы имидж-студия проработала минимум 200 лет. Я от всей души им желаю дальнейшего процветания, добрых, лояльных, ценящих их труд клиентов, чтобы они отпраздновали как минимум еще 30-летие, а возможно и 50-летие. Еще встретиться через 25. А соответственно прожить эти до 25 достойно, прожить в здравии, ясности, здоровье, любить свою семью. Я знаю, что семья ее безумно любит. Просто безумно. Безумно переживала, очень старалась. Но на самом деле я безумно счастлива. От того, что это состоялось, от того, что я вижу у людей в глазах восторг, у людей в глазах благодарность. И, ну, я счастлива, что это случилось. И все наши усилия, вся наша работа, она была проделана недаром. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. В честь 20-летия в Тисуре скидка 10% на все. Только 2 недели. Салон тканей Тисура на Тимирязева, 26. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Если дизайнеры презентуют свои идеи за год-полтора до наступления сезона, то модные клиентки подбирают гардероб непосредственно в сезон. А поскольку запутаться в обилии предложений довольно легко, необходима помощь стилиста. Мы решили нашим клиентам подарить праздник. Пригласили стилиста из Москвы Сандру Чеги. Она проведет мастер-класс по составлению капсулы гардероба. Мы с ней знакомы давно, она проводит у нас тренинги для наших продавцов-консультантов. И первый раз мы сделали тренинг для покупателей тоже. Астанда очень яркая, сама по себе харизматичная такая. Мне очень нравится ее подход, ее мягкость в работе с клиентом. Одна из позитивных тенденций сезона – возвращение к женственности. По мнению дизайнеров, не все в этой моде должно быть рационально. Хоть и сейчас в тренде casual, да, и вообще весь мир стремится к упрощению, потому что все мы живем в ритме большого города, те же дизайнеры, они, так скажем, поиграв во все это, приходят к тому, что женственность все равно важна. И вот сейчас мы можем убедиться, что в последних особенно коллекциях, да, дизайнеров прослеживается больше вот этого женского флера. Если раньше костюм это был просто костюм, то сейчас это действительно тренд. Мы видим практически в каждом модном доме
сегодня свою интерпретацию модного костюма, который в любом случае каким-то образом подчеркивает женственные линии. Возвращается мода на костюмы. Их сейчас будут носить не только деловые женщины, но и модные. Пиджак можно сочетать с брюками, джинсами, с юбками, с романтическими юбками, со спортивной обувью. Это все смотрится органично, очень стильно. Я думаю, что мир все-таки приходит к тому, что женщина должна оставаться женщиной. Немалую роль в возвращении женственности сыграли коллекции российских дизайнеров, которые наряду с итальянцами и французами успешны в том числе и в премиальном сегменте. Я недавно приехала из Италии, и в Италии с опасением говорят, что очень много российских дизайнеров появилось. И с интересными коллекциями наши дизайнеры выезжают уже в Европу. То есть и они уже встали, можно сказать, на одну ступеньку с итальянскими дизайнерами. Один из главных вопросов, которые часто задают покупатели, как принять в свой гардероб ультрамодные тренды и с чем сочетать эффектные авторские модели. Вот когда формируется тренд, да, и о нем заявляют, обычно это происходит где-то осенью, то есть в сентябре, когда показывают какую-то новую коллекцию, заявляют о каком-то тренде, это сложно воспринять, потому что это какая-то новинка, и чаще всего это действительно очень такая сложная где-то подача, потому что все, что мы видим еще на подиуме, это шоу. И надо понимать, что это не всегда жизнеспособно. Важно потом отсмотреть. Если мы будем отсматривать, да, то есть смотреть именно, как вот можно замиксовать эту блестящую вещь, самой простой, мы со временем привыкаем. Для нас это уже не кажется сложным. 2 часа модного интенсива от строгих деловых образов и элегантного casual до нарядов для особых случаев помогли сориентироваться в тенденциях и в теории, и на практике. Очень интересный, на самом деле, мастер-класс. Много можно всего использовать и деталей в новом сезоне. И мне очень понравилось сочетание клетки, что можно играть размером. То есть в одном образе может быть две структуры клетки. Нежные женственные платья. Скоро у нас Новый год, так что есть модели, которые запали в душу. И, конечно же, твидовые... Сейчас модное изделие, то есть есть что выбрать. Лично для меня это очень большой толчок к изменениям к лучшему. Я вот здесь вот в этой примерочной плакала очень сильно, было, потому что не подошло ничего. Сейчас мне подходит практически все, я этому очень рада. Подойдет любой девушке, абсолютно любой женщине, любого размера. Мне кажется, все очень актуально и очень красиво. Я для себя подчеркнула, что можно надеть с широкими брюками жилет поверх, потому что у меня есть классные широкие брюки, но сверху их украсить жилетом никогда не приходило в голову. Аудитория очень теплая. Это читается вообще, вот когда ты ведешь, я всегда смотрю в глаза. Мне важно, какой отклик идет. Отклик был хороший, потому что все смотрели, все улыбались, всем откликались. И мне, надо сказать, было очень приятно сегодня вести мастер-класс. Я надеюсь, что он оказался очень полезным. Новая коллекция одежды от Woman Bessini для офиса, деловых встреч и повседневной жизни. Проспект Ленина, 50, 266, 1099. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Все сюжеты Beauty Time можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи.
Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.